Подожди, стой. Стой, стой, дай я тебе хоть сфоткаю. Эй! Подожди, стой. Тихо ты. Так, Элина. Тебе надо идти соседских бабулек пугать. Их сразу станет меньше. А вот так страшно. Ужас. Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас Битва замков. Выходит очередной роллинг. И нахожусь на аккаунте игрока под ником Кикимоза. Миллион силы, ребят! Миллион силы и силы даже чуть больше, чем у меня. 100 тысяч! 100 тысяч самоцветов. Угадайте, в какой гильдии находится этот игрок? Этот игрок находится в гильдии под названием Хулиганы. Если у вас как минимум миллион силы, вы взрослый, адекватный человек. Вы хотите участвовать как и в атаке фортов, как и в битве гильдии, как и в Нарсиэра войны. Вы хотите активно, активно, друзья, воевать. Вы реально не подводите коллектив, то мы, конечно же, вас, друзья, ждем в наш дружный коллектив. Вот, девушек без очереди. Сергей, смс туда писать по поводу вступления в Телеграм, и будет счастье, друзья. Ну, а пока усаживаемся поудобнее, расчехляем пельмешки. Это роллинг моему сагильдийцу, потому я, конечно, буду переживать намного сильнее. Чем больше лайков, как говорится, тем больше шанс получить недостающего героя. Недостающих героев тут достаточно мало, потому шансы маленькие, потому как бы надежды большие, а шансы маленькие. Фанатика, понятное дело, мы не сможем выбить. А, темного колдуна туда же, механоида альфа туда же. Вот, мисс магию будем пытаться выбить, да, но хотя я вот записываю данный роллинг в первый день после обновления. Не знаю, когда опубликую. Вот. До этого записано уже два роллинга, как минимум, да. И пока что новую героиню выбить не получилось. Берсерка будем пытаться выбить, да. То есть мисс Магия, Берсерк и Пепельная Матрона. Потому что остальные там донатные, мы не сможем выбить. Ну, или они есть, как бы. Короче, три героя. На этих трех героев у нас 100 тысяч самоцветов. Вот. Фишечка заключается в чем? Мне просто Кикимоза написал, говорит, ну, ёб твою дивизию. Не хочется прокачивать допов. Вот. Потому давай попытаемся взять и выбить, грубо говоря, двух новых каких-то, ну, трех героев. Не знаю, каких-то героев, да, чтобы вот не только допами заполнять, грубо говоря, склад. Я тоже на своем аккаунте буду пытаться выбить. Правда, у меня самоцветов, конечно, намного меньше. Еще фиг знает, сколько останется самоцветов после прокачки непосредственно, ребята, мастера рун. Ну, вы, наверное, уже к этому моменту, пока смотрите это видео, вы уже видели прокачку мою мастера рун. То есть вы из будущего, из прошлого. Подожди, а где тут вообще алтарь-то у него, а? Где-то чё меня опять затупнёшь? Вот не вижу алтарь, ёлки-палки. Из-за этих скинов уже просто все в башке сливается. Ну, серьезно, вот, ну, вот хоть убей. Хоть убей, блядь, не вижу. Вот такое вообще возможно. Ну, со мной все возможно. Вот он заныкался, сволочь. Видите, тут как бы места надо расчехлять, да, после обновления. Вот, будем надеяться, что эти места будут расчехлены именно непосредственно для новых, грубо говоря, героев. Так, ну и тут целая куча ништяков. Не знаю, будем открывать, не будем открывать. Тут еще вот такая вот вещь. Но опять же, с этих карточек мы ничего особенного не выбьем. Вот, давай какую-то часть ништяков откроем, наверное, что-то самое интересное. Полетели. Не так долгое вступление. Я вас тут мучил 3,5 минуты. Давай ролить, давай. Леди магия, или как там, мисс магия, берсерк, да, и пепельная матрона. Вот в предыдущем роллинге я выбил три раза, если не ошибаюсь, берсеркера, своей подписчицы. Посмотрите, этот... Блин. Да, слушай, я рад как никогда. Слушай, вот, к сожалению, я уже 9 вечера, я записываю, да, в 9 вечера.
И как бы человек уже спит, потому что он с Дальнего Востока. Мне бы хотелось бы его спросить, сколько ему самоцветов поставить, да, потому что он будет мисс Магию прокачивать, и нужны будут самоцветы для, скажем так, прокачки созвездий. Тому я, ребят, даже и не знаю, оккультист. Может быть, надо, ну, 20, может, 30 тысяч точно оставить. Понимаете, если бы еще выбил там Берсерка, или, к примеру, Пепельную Матрону, ну, окей, они для судьбы больше нужны. Или там, не знаю, с Берсерком поприкалываться. Ну, а там бы уже в ноль ролил бы. Ну, здесь, наверное, логичнее было бы. Ну, то есть человек тоже там не может, грубо говоря, позволить, да, там, как я, бесконечно донатить в игру. Каждый самоцвет на счету. И я думаю, надо ему будет оставить самоцветов, ну, вот, чтобы он смог нормально данную героиню прокачать. Ну, давайте, я не знаю, тридцатку оставим. Мисс Магия, елки-палки, Варлок. Ну и, как бы, конечно, хотелось бы еще какого-то недостающего героя выбить, чтобы он свободные места именно забил нужными героями для судьбы. Потому давай там Берсерк или, к примеру, друзья, Пепельная Матрона, выбивайся. Ну, слушай, я рад, понимаешь, я, наверное, за себя так не радовался бы, как, блин, за Кикимозу, елки-палки, вот, поздравляем, елочки. Это, кстати, первый раз я выбиваю, да, после выхода обновления, первый раз выбиваю данную героиню. Командора Королева Оз, давай там уже Пепельная Матрона, кто-нибудь придите, тут самоцветы надо оставить, не хочу все самоцветы в ноль тратить. Давай, Паладин, наемный убийца, Королева Змей, Шаман. Хотя, может, у него там какие-нибудь залежи самоцветов на складе. Нету. Ну, давай еще двадцатку потратим. Давай еще двадцатку потратим. Давай, Пепельная Матрона. Укротитель. Кристаллический. Влад Дракула. Палач. Покладный призрак. Пожалуйста, пожалуйста. Еще одного недостающего. Рандом. Ну, рандомчик, миленький. Дядюшка рандом. Не подведи. Дядюшка рандом, дружище. Дружище, дружище, не подведи. Дядюшка рандом. Дядюшка Дракос. Или все самоцветы тратить. Вот я фиг его знает. Оставить самоцветы не оставить. Вот не знаю, блин, вот жалко. Жалко спит человек, а? Остается 36 тысяч самоцветов. Ворожей. Горгул. Слушай, ну если прет, ну должно попереть. Ну давай до 20 тысяч тогда доролим. Купидон, Рина, кто мне там пишет, да, давай, друид, эй, Дед Мороз, Медуза, давай, где герой-то, а, рыцарь, Сноузила, ниндзя, 6000 самов, давай, но все равно это очень круто, но, блин, хочется, чтобы вообще чудо-чудо случилось. Сердцеедка. Последние самоцветы, ребят, тратим. Болеем, болеем, как можем. И последний удар. Рыцарь тьмы и землеройка. Вот так вот. Нет, все. Фух, в любом случае, выбили новую героиню, и это круто. Да, блин, ну последнюю десятку мог и не тратить, но просто я очень надеялся, реально. Вот было бы еще приятнее человеку взять, грубо говоря, вот два места свободных, да, и эти два свободных места, грубо говоря, не допами заполнять, а именно новыми героями. Но, к сожалению, как вы видите. Ну, хотя, к сожалению, извини, мы выбили имбового героя крутого. Уже, может быть, и у него нормальный шанс выпадения, не такой, как в свое время был у, не знаю, там, мастера рун. Фиг его знает, друзья. Давай тут седьмую. Ну, давайте что-нибудь по ништякам пооткрываем. Успокоимся. Там еще есть донатные карты. Посмотрим, что оттуда выпадет. Фух, я, конечно, блин, если честно, я немножко в шоке. Я немножко в шоке. Вот. И, ну, блин, очень-очень-очень рад за сагильдийца. Вот прям красавчик. Поздравляю. И это наш активный боец. Вот. Более чем заслуживает новую героиню, друзья.
Фух, ну я, конечно, тут да. Что-то я тут аж вспотел, если честно. Я не ожидал такого даже. Я думал, ну окей, там повезет, если выбьем Берсерка или, к примеру, выбьем там, не знаю, Пепельную Матрону, там, что-нибудь такое, да? Но вы просто на это посмотрите. Взяла и с самого начала, по сути, упала, как бы. И это круто. Это круто, друзья. Так, подожди. Запределье, вот эти вот меня вот эти вот вещи меня интересуют. Окей. Мы могли бы уже разработчики, знаете, сделать карточку, которая давала бы возможность выбить там последних там героев, Пепельную Матрону и так далее. Так, ну что, давай открываем карточку. Что, два. А, Сарик, сейчас четенько. Один дуэлянт и один бард. Вот. Посмотрите предыдущие два роллинга. Там эти карты открывали там. Там моментами бывало очень весело. Слушай, давай не буду затягивать этот роллинг, давайте, ну, закончим на такой вот прекрасной ноте. Я возьму даже эту героиню, открою. Возьму ее. Вот так вот, оп. Да, активируем. И просто смотрите. Девочка, пусечка, вот, попадает на аккаунт Кикимоза, с чем мы его, конечно же, друзья, берем и поздравляем. Как говорится, не зря так долго искал алтарь. На этом все. Желаю вам такой же удачи. Вот. Пожелаю вступить вам в хулиганы, если у вас как минимум 1 000 000 сил, и вы активный игрок. Вот, с прямыми руками. Но даже если руки не особо прямые, можем исправить, поможем советом, инструкцией. Вообще, короче, ребята, вступаем в нашу гильдию. Вот. Топ-1, всех ждем, всех целую и пока. Спасибо, ребят, за поддержку и за то, что досмотрели до конца, и за спонсорские подписки. Спасибо. Чао.